В Виноградном сельском округе полным ходом идет восстановление после подтопления в середине августа. В поселке Уташ уже завершаются работы в переулке Светлом. Около 70 метров дороги там было просто смыто потоком ливневых вод. Ремонтом полотна занимаются специалисты дорожно-строительного управления «Вираж». Сейчас там осталось разровнять щебеночное покрытие и восстановить тротуар. На это потребуется 2-3 дня. Скоро разрушенная дорога останется только в воспоминаниях жителей Уташа. Здесь был обрыв около 6 метров, который чуть не унес сарай, дома, за собой не унесло течением все остальное. Даже дороги не было там, где мы сейчас находимся. Так что спасибо большое сотрудникам, которые сделали более-менее нашу жизнь удобной.